Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Nissan Leaf 2012 год в черном цвете. Электродвигатель мощностью 109 лошадиных сил, АКПВ, передний привод. Оригинальные литые диски на хорошей летней резине. Пробег 103 тысячи километров. Имеются хромированные вставки, ветровики. По салону у нас чисто ухоженный светлый салон, не прокуренный. Климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, мультируль, антиюз, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП данного автомобиля. 91, 81, 82, 112, 102, 92, 77, 102, 83, 110, 82.